Итак, ребят, провели мы еще одну инкассацию на одну из точек, где у нас установлено 6 аппаратов. Проинкассировали мы в данном месяце 3300 рублей, чистая прибыль из которых у нас составила 2000 рублей. По поводу аренды. В данном месяце, получается, аренда у нас составила 300 рублей. Обычно я плачу летом, июнь, июль и август по 500 рублей каждый месяц. Получается, все остальные месяца у нас выходят по 300 рублей аренда. Вот почему такая маленькая аренда? В прошлых видеороликах в роликах не говорил, вот скажу сейчас. Получается, это та аренда была договорена еще 3 года назад, когда я устанавливал аппараты на все точки. Стоимость аренды тогда была намного меньше, чем сейчас. Если я бы сейчас бы устанавливал данные аппараты в эти же точки, я думаю, я бы платил бы где-то по 1000 в каждом месяц, в месяц за данные аппараты. Вот, поэтому я 3 года назад договаривался, ценники немного другие были, поменьше, соответственно, и аренду в данном случае я плачу немного поменьше. Так, теперь давайте посмотрим на результаты. Получается, для тех, кто впервые смотрит мои видеоролики, получается, объясню, как считать данную таблицу. Получается, первая игрушка у нас бижутерия. Это вот этот вот вид наполнителя. Вот он, верхняя слева колба. Получается, одна игрушка по закупу у нас обходится 9 рублей 40 копеек. Получается, продаем мы данную игрушку по 20 рублей, чистая прибыль из которых у нас составляет 10 рублей 60 копеек. За месяц мы продали таких игрушек 30 штук. Умножаем 30 штук на 10 рублей 60 копеек. Чистая прибыль у нас составляет 318 рублей чистой прибыли. По такому принципу вы можете посчитать всю оставшуюся таблицу. Тут ничего сложного нету. Также сразу покажу, вот это что такое плюс 1, плюс 70, плюс 11 и так далее. Когда вот дети приходят, к примеру, покупают какую-то игрушку не за деньги, а вот именно рубль, к примеру, обернули в бумагу, в картонку какую-нибудь, либо еще какую-то ерунду туда засунули, им выдалась игрушка. Вот, к примеру, в данном случае у нас дети купили товар на рубль, который обернутый в бумагу. Вот, провернули, все, им выдалась игрушка. Вот этот рубль мы как раз сюда прибавляем в данную прибыль. Получается, вот здесь вот у нас есть 11 рублей, кто-то засунул, вот кто-то 2 рубля, кто-то 3 рубля засунул. В принципе, здесь все понятно. Вот, но есть здесь значение, где написано плюс 70 рублей. То есть, я думаю, многие подумали, наверное, то, что это 70 рублей мне туда засунули рублями. Вот, и всем выдалась по 1 рублю игрушка. Нет, здесь немного по-другому. Для тех, кто помнит мое прошлое видео, где я совершал обход всех своих точек, получается, бывают случаи, когда люди засовывают монетоприемник, не читая инструкцию, по одной монетке. Разные монетоприемники бывают. Есть, где две монетки по бокам вставляются, и все, и получается, вам остается только прокрутить, и все, вам выдается игрушка. У меня немного другие монетоприемники, там нужно две десятки одновременно сложить для того, чтобы провернуть монетоприемник. Если засунуть 1 десятку, она просто по толщине не проходит, соответственно, она просто проваливается в отверстие. Вот, многие не читают инструкцию, получается. В данном случае мы видим плюс 70 рублей, это как раз когда я совершал обход, я несколько раз на данную точку приходил и смотрел то, что там специальный лючок, куда падают такие монетки, получается, которые не выдают игрушки. Получается, когда я прихожу на место, смотрю то, что денежки лежат в отдельной емкости, я сразу понимаю то, что люди неправильно закинули деньги, и им просто игрушка эта не выдалась. Получается, мы данные десятки, данные 70 рублей прибавляем к нам в копилку. Людям игрушка с этих денег не выпала. Вот, я достаточно часто совершаю такие обходы в месяц, получается несколько обходов, и практически каждый раз, когда я прихожу на какую-то из точек, всегда лежит там по пару десяток. Вот, если совершать такие обходы еще чаще, можно еще больше даже заработать, вот, если есть немного побольше свободного времени. Так, получается, что у нас здесь еще интересного? Получается, про аренду поговорили, сколько проинкассировали, поговорили. Получается, стоимость данной точки из 6 колб у нас составляет практически 32 тысячи рублей. Данная точка уже давным-давно окупилась, она мне принесла больше 100 тысяч уже. Потом в дальнейшем я выпущу видеоролик, какую таблицу я составлял, где у меня указано, сколько я проинкассировал в каждом месяце, когда я размещал данный аппарат, и в дальнейшем я выпущу на эту тему видеоролик. Вот, получается, здесь у нас как раз расписано, какой вид колбы, сколько стоит. Думаю, никому не сложно будет посмотреть, посчитать, ну, хотя я здесь уже все посчитал за вас. Вот, также по поводу убытка. В прошлом видеоролике, где я инкассировал первую точку, там у меня составил
7 рублей 60 копеек убыток, то есть это вообще минимальные потери. В данной точке, получается, у нас вообще никаких потерь нету, наоборот, даже плюса. Вот, кто-то вообще закинул 3 рубля и 10 копеек, ну, просто, ну, в принципе, вот вы видите по данной таблице, какие мы плюсы. Вот, плюс 87 рублей 10 копеек у нас плюса в данной точке составило. Вот, всем спасибо за просмотр, всем пока.